пока что мы одни. Моя верхняя, мамина нижняя. Что дают в обеде в купешном вагоне? Какая прелесть. Мы отправляемся через 4 минуты. Вид не на горы, конечно, но там чуть-чуть видно. С приездом нас получается. Сейчас мама выйдет из душа, я пойду ополоснусь, и мы пойдем за кофе. Мама хочет кофе, я что-нибудь другое попью. А затем мы вызовем такси и поедем на Розу Хутор получать стартовые пакеты, потому что завтра у меня уже первый старт. И завтра гонка такая в квестовом формате, и там должны распределить по командам людей, у кого нет своей команды. Нужно во всем разобраться. Наш бутик-отель. Девушки вышли покорять этот мир. Cheers. Мы идем получать стартовые, а после за нами приедет мамина знакомая, и мы поедем кататься на яхте. Немножко так получилось, что мамина хорошая знакомая сейчас здесь одна, а в Сочи, а у нее день рождения. И она нас позвала, сказала, я за вами приеду. А где? А, вон. Нам выдали стартовый мешочек. Команда, время старта 11:50. Мама, как всегда, мы поняли, что она завтра со мной тоже бежит. Потому что она забыла, что купила, мама, что купила квест тоже. Поэтому завтра мы тоже бежим вместе. Сейчас нам нужно купить что-то маминой знакомой, чтобы ее поздравить. А в нашей команде ведь пока 3 человека только всего, да? Туда берется. А всего сколько там должно быть? 5? Мама пошла в серф-кофе, ей нужно что-то поделать по работе, я пошла к ней, тоже позанимаюсь немного историей. Взяли мы гречишный чай, ролл с фалафелем скушали, потому что не знаю, когда мы покушаем теперь, но я надеюсь, что... Это Света, что ли? Это... Ой... Ого! Вау! Вот тут у нас подъезжает. Вот это да! Ну, тебе идет. Приехали, вышли из машины, а здесь так жарко. Я где-нибудь тут приложу фоточку с прошлого года. Бешеная. Я вообще, я как ненормальная. Нужна сейчас тоже дельфинчика. Если мы увидим, будет нам дайте шампанское для красоты. Но я не буду. Я чокнусь просто. Да. Ну, за вас. Не буду я пробовать. Я не буду пробовать. У меня дети пьющие. С днем рождения тебя. С днем рождения. Да. Спасибо! Ты знаешь.
Это ж правда, как из фильма. Вот только что вас здесь был. Сейчас Юра их увидит, их тут всего два. А было тогда много. Только что вот тут вот были. О, боже! Они прямо... Реально, посмотри же, какие. Давай, сейчас... Ух ты! Сейчас нас Света куда-нибудь отведет покушать, где мы еще не были. Света еще сегодня запланировала себе баню и позвала нас. Какая же классная была баня. Нам провели аромапрактику. Какая же там атмосфера. Просто. Сейчас пойдем отдыхать. Завтра нас ждет новый прекрасный день. Покушали мы наш завтрак. Вот так он выглядел. Это французский завтрак. У нас также готовят русский, английский и кавказский. А сейчас мы пойдем с мамой посидим немножко в кофейне. Мне нужно сделать, решить олимпиаду по английскому, которая проходит только сегодня. Мама там тоже поработает. У нас есть примерно 1.5-2 часа. Потом мы придем, соберемся и уже поедем на Розу Хутор. Старт у нас в 11.50, но в 11.30 нужно быть там, получить еще стартовый номер. У нас 15 минут, а нам еще надо подняться наверх на канатке. Хорошо, что 15 минут не до забега. Это было очень круто. Новые люди. Конечно, один человек из нашей команды, нас всего было пятеро, один человек отставал. Когда у тебя нет своей команды, и когда тебя пихают куда-то, это обычно бывает очень круто, но вот один человек попадается такой, бывает. Это было как спортивное ориентирование. Наша задача была собрать точки. На этих точках, на некоторых мы просто отмечались, а на некоторых были задания. Один человек у нас очень сильно отставал, поэтому мы на некоторых заданиях говорили, что в нашей команде всего 4 человека, но вот приходилось. Мы идем искать варенье из фейхоа, которое мы вчера попробовали в бане. Оно просто прекрасное. Нам необходимо его найти. Посмотреть, какие тут есть супермаркеты, и посмотреть потом на ужин, какие столовочки или кафешечки. Кроме серф-кафе, там мы уже все деньги просадили, надо просадить их где-то еще в другом месте. О, мам, кокосовое молоко! Мы перлись сюда, а оно закончилось. Варенье из фейхоа. Нашли мы варенье из фейхоа. В другом месте, правда. Надеюсь, что оно будет таким же вкусным. Нет, тебя не видно сейчас. Я тебе показываю, что они не снимают. Показывает варенье, я ее не снимаю. Помимо варенья еще взяли инжирчика и зелени. Вот иду я. Вот это идет эта прекрасная женщина. Не получилось ее поймать на вот этом вот. Мы проели все деньги, поэтому наша остановка на сегодня. Тут должно быть неплохо. Такая вот у нас эстетика. Наконец-то мы поели нормальной домашней еды. Вот если вы внимательно смотрели мой влог, я в целом показывала почти все, что мы ели. Нормальной еды у нас вот не было уже 2 дня, с того момента, как мы из дома уехали. Я побежала к маме снова в кофейню, она там работает, а я буду тоже выполнять некоторые задания по учебе. Я зашла в наш номер просто занести покупочки, но немножко засиделась, потому что начала монтировать шорты на YouTube.